тут она меня околдовала, что ли, вот... Бабушка, которая вмиг лишилась четверти миллиона рублей, уверена, ее обидчица обладает особыми способностями. Незнакомка, примерно 30 лет, постучалась к пенсионерке и поинтересовалась, где можно купить гуся к Новому году. А потом вдруг заявила, что после смерти мужа на все сбережения бабушки наложена порча. Пожилая елабужанка поверила и принесла гости и две банки с деньгами. Далее продолжились манипуляции с деньгами, которых не сразу, а частями пенсионерка все же вынула. И уже когда обряд очищения всех денег в размере 245 тысяч рублей закончился, пенсионерка проводила мошенницу, и уже после этого к ней в душу закрались сомнения, и она решилась проверить свои деньги, которые, естественно, на месте не оказались. Вместо них в свертке лежали лишь куски газет. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, составлен фоторобот предполагаемой преступницы. Сотрудники правоохранительных органов просят всех, кто узнал мошенницу, звонить по телефону 02. Впереди новогодние праздники. Мошенники, как правило, в такое время всегда активизируются. Проведите, пожалуйста, беседы с пожилыми родителями, тетушками, бабушками, которые наиболее подвержены влиянию такого рода мошенничеств. Вразумите их, чтобы они не попадали на подобные уловки. Юлия Шабанова, эфир 24. Зажги поэтическую звезду на телеканале «Эфир».